Подготовь ребенка к школе. Так называется акция не магазинов канцтоваров, а судебных приставов. В преддверии Дня знаний они всерьез взялись за злостных неплательщиков алиментов. Воздействовать на родителей уклонистов судебные приставы пробуют разными методами. Приходят домой, арестовывают автомобили. А накануне Дня знаний провели с должниками встречу, на которую пригласили священнослужителя. Ладно, понятно, что мужчины и женщины всякие бывают. Это вы сами себе прекрасно понимаете. Но когда теряется любовь родителей по отношению к детям, почему вы так очень что детей нам не жалко? Тех, кто отказывается платить алименты, в Чувашии тысячи. Среди них сотни тех, кто объявлен в розыск, и тех, на кого завели уголовное дело. У нас на первое суде в остатке находится почти 9000 исполнительных производств. Если же в целом говорить по республике, то у нас на исполнении находится, хотелось более 400 000 производств. Но вот эти 9000 по алиментам, за каждым производством, за каждой обложкой нашего исполнительного производства, это судьба, это жизнь наших детей. Тронули ли за душу родители уклонистов слова священнослужителей или специалистов, конечно, неизвестно. Во всяком случае, должники ушли со встречи со списком вакансий на трудоустройство. Так что отсутствием работы оправдываться больше не получится.